Отстранение российских легкоатлетов продолжится и в 2017 году. Об этом стало известно в ходе заседания в Монако независимой комиссии Task Force. Она была создана Международной ассоциацией легкоатлетических федераций для расследования российского допингового скандала. Представители комиссии отметили, что вопрос восстановления членства Всероссийской Федерации легкой атлетики рассмотрят в феврале следующего года. Однако каких-либо конкретных сроков принятия окончательного решения они не назвали. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций также сказал, что многие вопросы будет необходимо прояснить в следующем году. Реформы структуры управления подразумевают проверки и восстановление баланса, чтобы наш спорт в будущем был под защитой. Не хочу, чтобы этот спорт когда-либо возвращался к тому абсурду, который мы слышали даже в последние несколько дней. В конце ноября спортивный арбитражный суд дисквалифицировал еще троих российских легкоатлеток за нарушение допинговых правил. Все их спортивные достижения за определенные периоды были аннулированы. Тем временем глава комиссии Task Force сказал, что российские власти активно сотрудничают с Международной федерацией и предпринимают шаги, чтобы исправить ситуацию. Сегодня я сообщил, что РУСАДА с июня этого года достигла хороших результатов. Она издала обучающие материалы для тренеров и спортсменов, обеспечила взаимодействие между российскими и французскими судебными органами. Дума также приняла закон, который ужесточил наказание за предоставление запрещенных препаратов спортсменам. Решение об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации легкой атлетики было принято в ноябре прошлого года. Затем, в преддверии Олимпиады в Рио, арбитражный суд в Лозанне оставил решение федерации в силе. Таким образом, российская сборная поехала на игры не в полном составе.